пока, конечно, какой-то целостной игры у нас нет, которую хотелось бы видеть. Есть объяснение, конечно, новая команда, но больше, чем наполовину обновилась. Новые люди, новые лимитчики. 2004 года у нас выходит, играют в основе ребят. Поэтому напряженная игра, пока ребята не почувствовали вот эту игру новую, новые требования. И много сумбура, много суеты, конечно, хотелось бы такие игры более уверенно выигрывать. И надо отдать должное Оренбургу. Хорошие ребята, молодые, при счете 0-0 у них хороший момент был. То есть игра могла по-всякому обернуться. Ну, конечно, приятно одержать первую победу в сезоне, дай бог. Эта победа вселит какую-то уверенность, и следующие игры мы будем проводить более уверенно. Не, ну настрой был хороший сегодня. Ну, понятно, что игровые единоборства – это одна желтая, другая желтая за откидку мяча – это просто нарушение дисциплины. То есть, ну, наверное, эмоции зашкаливали, и как следствие, да, желтые, ненужные желтые карточки. После поражения 0-3 и домашнего, первой домашней игры – это чувствительно, больно, неприятно. И, ну, ребята понимали, что только победа поможет как-то реабилитироваться в глазах болельщиков, поэтому… Все хотели добыть первую победу, сегодня настрой был хороший. Ну, поздравляю команду.